Україні слова? Може, слава Україні? Чого? Та пісня така. Я знаю. Не нравится мне инстасамка. Да. Кстати, она нормально, она не приукрасила ничего, то есть она по факту просто сказала и все. То есть она ничего такого лишнего не говорила, но как дела? Отлично. Мне очень интересный вопрос, но я не хочу его задавать. Задавай, Боди. Привет, красотка, привет. Хром, слава. Инстасамка не нравится, почему? Не знаю. Опачка, добрый вечер, но за песню. Откуда ты? Спасибо большое. Город Кременчуг, Полтавская область. Вау, спасибо большое. А, с какого города? Город Кременчуг. Замужем? Нет. Короче, я же говорю, что она ничего такого лишнего не говорила, но тоже грустно, я считала этих людей немножко другими в отношениях. Нет, привет, привет. Спасибо большое за розочку. Привет. Привет. Ты из Кременчуга? Да. А что у меня на голове? Это кошмар. А хочешь отношения? Не хочу. Да, до меня это дошло после. Дошло, какие они люди, или просто дошли слухи. Привет, красавица, привет. Ты с Украины? Да. Я тоже с Кременчуга. Кайфовый город. Но, если честно, я даже с какой-то стороны, рада, что так сложилась жизнь, и, нас немножко развело в разные стороны. Какой же вы, Ариана? На горной части. Не буду ничего пиарить. Какой с меня пиарщик? Ты в Инстаграме есть? Есть. По целу или по частям? Маша, не поняла. О, прям самое сердце. Спасибо за подарочек. Ты СММщик? Конечно. А как подписано там? Карина.дудник. Сокрытый профиль. Ишак салам. Господи, одни и те же люди. Салам. Дівчина, вы мне сподобались. Дякую. Вова. Владимир. Вован. Да, просто у нас такие люди, знаешь, О, спасибо за розу. Они что-то расскажут, как на самом деле есть, а потом такую еще целую сказку придумают. Вот, кстати, за Европу, Маш. Единственный плюс Европы был то, что ты никого не знаешь. Тебе вообще вот так вот на все, пофиг, привет, привет. И просто звездки ты, город Кременчуг, Полтавская область. Идея вообще по барабану. Тут попробую выйти, мусор вынести как-то не так. Привет, красавица, как тебя зовут? А вы откуда? Привет, спасибо, все отлично. С Украины. Сколько вам лет? 24. Да. Фигуру покажешь? Ничего показывать. Я видела, Антон. Я когда-нибудь пришел. В принципе, отлично. Ничего интересного.
22. Красава. О, спасибо большое за розу. О, спасибо большое за подарок. Ты знакомый очень. Возможно, Антон. Почему-то осталась одна. Разошлись интересы по поводу дочери. Слава Украине, героям слава. Покажи, пожалуйста, блыще тату. Показала? Кто тут по гороскопу? Я стрелец. Благодарю, все буду добр. Это бесспорно. По-другому быть не может. Хебать, можешь прикинь, я, если честно, никогда не думала, что буду сидеть в прямых эфирах. Ну просто, блин, мне реально вред. Катя меня все... Бицепс на спорте. Нету бицепса. А, на это лучше показать. Глазками стреляешь. Да, глазками. У меня просто... Она говорит, Катя, так это выходи. И просто в один вечер мне стало настолько скучно, что я думаю, блядь, ладно, похер, уже зайду, посижу. Блядь, у меня так настроение поднялось, думаю, ладно, буду сидеть. Все равно по вечерам скучно, и я, если честно, уже замахалась этот ТикТок просто так листать. Как считаешь, Дева хороший знак? А не слишком требовательно. Ты красивая, спасибо большое. Привет, девушка, чё? Привет. Овен самый лучший. Нет. Да, действительно интересная тема, хоть общаться более-менее начали. А чё ты не ведёшь? Ну, блядь, с твоим подвешенным языком, мне кажется, ты бы тут всех бы наповал бы, сразила бы. Да, просто Овен. Ну, слушай, Овен, Овну розня, как бы... Например, значит, лучший козероги рулят. Рыбы. Рыбки топ. Этот. Например. Я не знаю. Но я знаю то, что девы, они очень чистоплотные. Они вот требуют овны уперты. Ага. Я тоже овен. Девы, они такие чистоплотные, требовательные. Но они, типа, неплохо добиваются к цели.